Рад я вас всех приветствовать, друзья. С вами, как всегда, Александр. Сегодня я хочу вам рассказать о колясочке от компании Leclerc. Модель называется Influence. Это колясочка. Ну, я не знаю, вот могу ли я 100% отнести в премиум сегмент этот бренд, но процентов, наверное, на 80-90, я думаю, да. Потому что в этом бренде мы получаем классные материалы, хорошее качество, хороший сервис и необычные решения, которых многих брендов даже близко нет. Поэтому вот сегодня хочу об их модельке рассказать. В двух словах, технические характеристики. Вообще, это колясочка для путешествий. Сейчас вы видите, она в рюкзачочке, в сумочке, которая идет в комплекте. В нее, соответственно, вы будете упаковывать там, когда будете ее вручную кладь брать, путешествовать, в багаж, там, да куда угодно. Лучше ее всегда сдавать вот в этом вот идущем в комплекте мешочке, скажем так, сумочке. Она весит 7,5 килограмм, 22 килограмма ребенка выдерживает, хорошее лежачее спальное место. В общем, давайте я сейчас ее потихонечку оттуда достану, и мы с вами посмотрим на нее, что она из себя представляет. Вот, собственно, сам рюкзачок. Здесь есть ручки вот такие. Есть возможность на плечо вешать. Единственное, я вот сейчас ее упаковывал. Я снял бампер и забыл его положить обратно. Ну, это не суть. Вот как она у нас выглядит. В сложенном виде колясочка. Я ее сложу. Это ее особенная фишечка складывания. И об этом мы отдельно с вами поговорим. Вот, видите, как это. Это из компактных, из серии для путешествий колясочек моделька. Поэтому вот такая она у нас интересная. Вот тот самый бампер. Все в хорошей, качественной, перфорированной эко-коже с красивой прострочкой. Также это все и на ручке для родителей сделано, и на бампере, соответственно. Так, вот таким образом у нас пристегивается назад бампер. В комплекте идет подстаканник. Для летней коляски, для путешествий это всегда актуально. Смотрите, здесь крепление есть и справа, и слева. Можно повыше, можно пониже. Это уже как вам хочется, как вам удобно. Давайте сверху вниз пойдем изучать. Козырек. Летом наверняка вам захочется его чуть увеличить. Здесь у нас москитная сеточка. Также вот в этом месте есть тоже москиточка, чтобы посмотреть за ребенком, если у вас вот эта секция не открыта. Поэтому имейте в виду, здесь сделано таким образом. Так, сиденье само у нас достаточно просторное. Вот сейчас я вот так заверну, чтобы вам виднее было. Оно очень высокое, это не гамачок, ничего. Это нормальная жесткая спинка. Жесткая, я имею в виду, не то, что она твердая. Здесь нормальный мягкий матрасик, я имею в виду основание жесткое. Оно не провисает. Пятиточные ремни. Сейчас вот бампер откину. И чем интересны эти ремни, они сделаны с помощью магнитиков. Просто прикладываем, видите, сейчас он сам такой, опа, и пристегнулся. Также и здесь сверху, просто все. Он сам дожимается, сам пристегивается, в общем, все хорошо. Мягкие накладочки у нас, естественно, сделаны по везде, и паховая зона, и плечевая. Подножка у нас снизу с эко-кожи сделана, чтобы лучше переносила ноги, легче было чистить. И ткань, если бы там была, она затирается, махрится. Лучше, когда здесь что-то сделано. Или резина, или пластик, или эко-кожа. В общем, здесь об этом позаботились. Так, и середина здесь сделана более дышащим материалом, вот прям под попой, и спинка, где позвоночник. Конечно, хотелось бы, наверное, чуть больше, чтобы этот материал сделали дышащий, имею в виду объем, площадь, поверхность была побольше с дышащим материалом, но вот здесь пошли таким путем, ну вот как есть. Вот, смотрите, хочу показать вам сразу лежачее положение, насколько оно здесь большое. 170 градусов, если я не ошибаюсь, 170, да. Да, 120-170. 170 у нас вот лежачее положение, но это практически ровная поверхность. Поэтому, если мы будем смотреть на подобные коляски в этой же ценовой категории, наверняка вы знаете, о каком бренде я говорю, там мы много чего не получим. Не будет такого наклона, не будет бампера.
подножечку нужно купить отдельно. Здесь же у нас все это будет, и стоит она чуточку дешевле. Поэтому почему бы и не рассмотреть этот вариант. Еще я покажу, как она складывается. Я думаю, вам понравится. Но до этого мы дойдем. Что касается колес. Колеса у нас просто резиновые, легенькие, не прокалываются, естественно. Амортизация у нас есть везде, и спереди, и сзади. Смотрите. Тормоз у нас классный. Нажимаем сверху оба раза, блокируем, разблокируем. Хороший, с хорошим доступом багажник, большой, вместительный. Вообще никаких вопросов. В общем, в целом, технически мне очень сложно вот придраться к этой коляске. Что по материалам, что по качеству сборки. Ну, действительно, все хорошо. Так, смотрите, вот ее фишечка. Она очень круто, интересно складывается. Вообще можно прям махнуть, она сама там сложится. Вот так мы просто опускаем, и она складывается. Единственное, щелчок нужен. Все. И вот она у нас сложена в виде. Единственное, когда мы кладем ее в сумку, как я вначале вам показывал, бампер не вмещается. Поэтому бампер мы вынимаем и просто вот отдельно вот так вот вкладываем. Она помещается в рюкзак, все вместе с бампером, поэтому никаких проблем. Вот, смотрите, как по мне, очень прикольная колясочка. Классно складывается, классно сделано. Не могу назвать дешевой, но сейчас ничего дешево не стоит. То, что раньше стоило 10 тысяч, сейчас стоит 30 тысяч. Поэтому вот такая сейчас реальность. Ну, как-то так. Поэтому я считаю, эту коляску вот получаем, что мы взамен за эти деньги, недорогой. Потому что материалы, эти возможности, это качество, как по мне, сейчас те, кто дает то же самое, стоят дороже. В основном. Поэтому я и рекомендую, обратите на нее внимание, ссылочка на нее внизу в описании есть, на эту колясочку. Как по мне, очень хороший, достойный бренд. Просто вот по-человечески, вот как я думаю, так вам и говорю. Я вообще делаю обзоры, как вот вы пришли в магазин, смотрите, и у вас какое-то мнение складывается. То же самое я делаю на камеру, чтобы вы понимали, что я перед собой вижу, и что вы увидите, когда придете. В конце концов, в первой коляске есть такая опция, вы можете, например, заказать ее, какую-нибудь другую колясочку другого бренда, вам привезут две коляски, вы дома посмотрите, что-то одно выберете. Как по мне, очень крутая опция, поэтому пользуйтесь, без проблем это можно все организовать. Вот. Ну, собственно, выбор, как всегда, за вами. Выбирать вам самостоятельно нужно для своего ребенка. Я лишь хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего ребенка. Если обзор вам был полезен, интересен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала. Вот. Ну и, собственно, удачи вам на дорогах. До свидания.